Друзья, мы в кофейне «Грифель» на Московской. Это место вкусных новостей. Это означает, что вы узнаете самые свежие новости. Трое мужчин спаслись с необитаемого острова в Тихом океане благодаря тому, что сделали надпись «Help» из кокосовых листьев. 4 апреля во время шторма их смыло волной с лодки, на которой они плыли на соседний остров. Они сумели вплавь добраться до ближайшего острова, им оказался необитаемый Панадик, расположенный в 1400 километрах на северо-восток от острова Новая Гвинея. Через 3 дня на их поиски отправилась береговая охрана США. Во время облета территории на самолете американские военные увидели на пляже Панадика надпись «Help». Вскоре после этого мужчин забрал катер с ближайшего населенного острова. Это тут не указано, да, какая национальность этих мужчин? Потому что мне кажется, что если бы это были украинцы, в частности, николаевцы, им пришлось бы 3 дня находиться на безлюдном острове. Они бы выложили бы совсем другое слово. Знаешь, что меня расстраивает в этой новости? Не из 4 букв, а из 3. Мне кажется, вот очень, очень расстроены бы они были, и поэтому вертолет береговой охраны увидел бы немножко. Я вот услышал эту новость и думаю только об одном. Вот жаль, что в Николаеве не растут кокосовые пальмы. Ты бы написал: Николаев – лучший город на Земле. Правильно? Да. Именно это. Из 3 букв. Сокращенно. Николаев – лучший город. НЛГ. Друзья, на Кубе обнаружена необычная проблема. Из-за наплыва туристов из США в кубинских барах не хватает пива. На острове Свободы дефицит пива от местных производителей. Так, знаменитой пивоварне Баканера придется построить новый завод, чтобы удовлетворить спрос. Ранее компания импортировала 3 миллиона ящиков этого напитка из Доминиканы. Ага. Частные бары могут найти поставщика, где захотят, а я могу продавать только то, что дает правительство, поделился менеджер. Накануне пивоварни Кубы подписали контракт, по которому в страну поставят более 30 миллионов ящиков пива. И все это янтарь. Можете себе представить? Нет, кстати, опять же. Представляешь, вот будут они, то есть это доставлять это пиво с кораблем, на котором будут доставлять, что-то случится, и он где-то сломается вот в ходе в бухту, да? Так. И вот на протяжении нескольких дней просто люди будут купаться в пиве. Нет, я опять же, у меня все та же параллель, это из-за туристов из США не хватает пива. Вы можете себе представить, чтобы то же самое количество туристов из Николаева приехало туда? Они бы не ограничились 30 миллионами. Ну, это же не дело. Вы знаете, мне кажется, уважаемые телезрители из Николаева будут смотреть эту новость и так реагировать. Да, вот примерно так, мне кажется. Компания Tesla Motors откроет 2 электрозаправки в Украине. Об этом сообщает официальный сайт компании. Одна заправка будет установлена в районе Житомира, вторая на подъезде ко Львову. Судя по карте, владельцы автомобиля Tesla смогут передвигаться по маршруту Киев-Львов. При этом в компании не объявили о точной дате установок заправок в Украине. С точки зрения европейских водителей Tesla, данное обновление сети заправок позволит им добираться до Киева и, в принципе, расширит доступный диапазон передвижения по Восточной Европе. Знаете, это, кстати, уникальный случай. 2 заправки для 2 людей. Не, вы знаете, да, это единственный случай, когда заправок больше, чем соответствующих электрокаров владельцы в стране. Машин, да. Причем, мне кажется, что есть 1 машина. Не, есть 2 машины, но у нее 1 владелец. Вот, мне кажется, вот так вот примерно. Красивые пальцы. Да, это мои, кстати. Причем, мне кажется, что у него тоже 2 дома. Один в Житомире, а второй во Львове. Во Львове, поэтому он себе делает заправки, ну, поближе. И зовут его, например, Петр. Ну вот, вот мало ли, может же быть такое, что этого человека зовут Петр Алексеевич? Ну, как пример, правильно? Но как не премьер, как... А, да. Вот, ну, мало ли, да, есть что-то не о политике? Мне кажется, это вот самая интересная новость у нас. Жительница Российской Федерации не признала мужа, за которого вышла замуж пьяной. Воронежский суд признал фиктивным брак между жительницей областного центра и иностранцем. Иск направили по результатам проверки прокуратуры, которая установила, что 42-летний житель ближнего зарубежья получил разрешение на временное проживание в России без учета квоты, так как якобы состоял в браке с гражданской Российской Федерации. Да. Через некоторое время выяснилось, что супруга иностранца, как ни странно, даже не помнит своего мужа в лицо. Шутка ли? Дело в том, что когда 33-летняя белгородка некоторое время назад отдыхала в парке,
и к ней подошел незнакомец, предложил выйти за него замуж. Моделируйте ситуацию. Девушка согласилась, почему друзья. Она была под шофе. Да, будучи на веселе, брак зарегистрировали. Но, как говорится, все, что было в Белгороде, остается в Белгороде. Вот. Примерно. Так про Ростов говорят тоже. Нет, вы знаете, мне кажется, кстати, что ну, 30-летняя белгород... 33-летняя белгородчанка, на самом деле, даже будучи трезвой, согласилась бы выйти замуж, потому еще что... Еще иностранец. Потому что пора, как бы, на самом деле, в 33. Но, вы знаете, написано «житель ближнего зарубежья», то есть, скорее всего, белорус. Может, украинец из Николаева. Ксюша, тебе пора ехать в Белгород. Поискать там судьбу и, естественно... Мне не 33! А выглядишь хорошо. Да, очень здорово выглядишь, на самом деле. Синюшка, нет? Ну, нет, на самом деле... Ну, а что, ну с кем не бывает? Мне кажется, на самом деле... С Тёмкой, вот в позапрошлом году такая же история. Тёма был немного, как бы... Так ему не 42! Куда ты спешишь? Не-не, я на месте женщины был. И говорит, дескать, он согласился. Не, ну что, вы знаете... Он просто посмотрел фильм, всегда говорит «да». Да, в жизни нужно да. все да, попробовать, кстати. Понимаете? Изменила твою жизнь. Кстати, мне кажется, было бы здорово вот во всех ЗАГСах крутить фильм «Всегда говори да». Потому что, дабы минимизировать все риски, как бы, да? Вот, мало ли. И что у нас, все? Да? Друзья, на самом деле, вот вы... Все. У нас еще была новость про лишний вес, но мы ее... Тёма ее съел. Да. Только что. Да. Друзья. Ты докушай. Тебе нужна энергия. Мне. Дайте мне еще свои, пожалуйста, подсказывает режиссер. Это здорово. Друзья, это были все вкусные новости, а также вкусные печенюшки в кофейне «Грифель» на Московской. Обязательно сюда приходите. А мы тут иногда записываем новости. Оставайтесь с нами.